Это кадры 2014 года. Тогда ворона налетела на секционные выключатели подстанции «Сосновая». В итоге без света остались жители сразу 4 кварталов. И это далеко не единичный случай. Пернатые периодически оставляют без электричества целые микрорайоны. На самой крупной подстанции города «Районная» нашли средства от птичьих отключений. Если раньше на огородах против ворон использовали пугало, то на крупных энергетических объектах решили применять современное оборудование. Знакомьтесь, это биоакустический отпугиватель птиц. В приборе запрограммированы несколько режимов. Через колонки устройство воспроизводит птичьи сигналы тревоги и бедствия. Птицы у нас в основном гнездятся, начинают с конца марта и апрель месяц. Это в основном порталы. Ну и, естественно, жизнедеятельности птиц перекрывают провода, получается отключение линий. На подстанции «Районная» так было лишь раз в прошлом году. Обошлось без последствий для потребителей. Здесь 3 трансформатора. При отказе одного нагрузка переходит на 2 других. Они носят проволоку, волосы, веревки, ткань. Бьют очень прочно, без инструмента, чтобы вот взять ее и скинуть. Это невозможно сделать. Чтобы снять одно гнездо, приходится выводить в ремонт целую систему шин. Она идет у нас оттуда и туда. Это очень длительные переключения. Подаются заявки в РДУ. Ждется разрешение на вывод в ремонт. И как бы переключение занимает около 2,5 часов. Звуковые пугало хорошо зарекомендовали себя в других регионах Сибири. В Бурятии они появились впервые. Стоимость прибора около 100 тысяч рублей. Поэтому не все энергокомпании могут их себе позволить. Каждый месяц звукового охранника будут переносить, чтобы отпугивать птиц со всей территории. Сергей Соголов, Борис Геленов, телекомпания «Аригус».